Ох, друзья мои, друзья, на разводне у меня случилась беда. Короче, потек аквариум. Ну, смотрите, сколько воды. Прям до кучи, до кучи. Было немножко, два дня было немножко, и вот после крокодила фермы, но, фермы ночью приехал, уже такая лужица. А сегодня прям, блин, я уже убирал, и все равно, и она еще в эту сторону течет, друзья. Здесь вот тоже видите, сколько воды. Ну, в общем, полнейший ай-яй-яй. Мне надо определить, какой из этих аквариумов четверых вот этих течет. Я сначала думал, что может быть, ну, брызги как-то вот, да, вот эти вот слишком много, и там, ну, из-за этого подтекает. Но настолько быстро вода прибывает, что, в общем, это не брызги, это и она еще убывает в самой системе. Вот если здесь посмотрите, в сампе воды здесь меньше, и вот этот шебурхаться опять стал, потому что вода упала. Вот. А это как раз она вот сюда вот вылилась, друзья. Поэтому мне сейчас нужно определить, какой из этих аквариумов. Я уже светил вниз. Мне кажется, что вот, ну там они на досочках вот стоят, видите, да. Вот, кстати, вид. Оба! А я сразу вижу, смотрите, трещина. Он треснул просто, представляете? Вот она, трещина, друзья. Туда. Ёшкин ты ж матрёшкин, а? А еще как-то вот так вот, как будто нет. Почему это происходит всегда, когда, блин, какой-нибудь ахтунг вот такой вот, типа, блин, там. Короче говоря, типа, когда денег нету, когда, блин, там нечем аренду платить, кредиты всякие платить, заказов нету ни хрена, всякая, блин, хрень творится, непонятно вообще, что в мире. И вот надо вот такой вот фигне вот случаться именно тогда. Вот нельзя было там, я не знаю, полгода назад это сделать, когда, блин, герметик был, когда все было нормально. Сейчас, блин, придется этот аквариум отключать, друзья. В общем, я уже эту вот подвигал штуку. Она вот так вот двигается. Я в теории этот аквариум выключаю, да. А, и вот там его по диагональке на этот завешиваю. Тут перелив двигаю туда. И у меня, в принципе, система без этого работает. У меня вот здесь вот такой пустой аквариум, там, где гурамки сидят. Я сейчас отсюда всю рыбу туда пересажу. Ну и отключу его. Ну, не знаю, тут два варианта. Если эта трещина вот такая вот одна, то ее, в принципе, есть маза, как бы, ну, залепить просто. Покажу, как это делается. Совершенно безопасно, безболезненно. Для разводни самое то. Вот. Если же это там она куда-то и туда еще ушла, то... Ну, сейчас будем посмотреть, пока вскрытие, так сказать, покажет. Без этого бесполезно что-то делать. Ну, блин, обидно. Я думал просто думал, ну, герметик где-то потек. У меня же вот этот аквариум я переделывал, друзья, помните, вот совсем недавно. Он потек, ну, герметик уже деградировал, все-таки сколько разводит, 13 лет. Этим аквариумом 13 лет, друзья. Они на Дэн Бравен, на герметик, на польский склеены. И вот до сих пор живут, вот видите. Ну, как оказалось, вот не герметик, а вот такая вот трещина. Почему она, откуда она там, что-то то ли уронили, что-то, то ли... Я даже не знаю, что. В общем, мне сейчас чуток обидно. Друзья, высосал я воду отсюда. Сейчас рыб пересажу. Тут аквариум. В общем, короче говоря, это две трещинки. Вот одна и вот вторая. Вот здесь где-то она треснула. В этом месте. Не знаю. То ли песчинка какая-то попала там под деревяшку, и вот сейчас выдавила ее, то ли, блин, обидно, да. А мне нужен этот аквариум, надо его запустить. Ой, ладненько, хватит страдать, пора рыбок выкидывать. Надо рыб вылавливать, знаете как, так, чтобы вот они не стукались вот об эти вот, ну, об эти трещины, чтобы они просто не повредились.
У нас даже какие-то номера, друзья, есть. Не знаю, кто это. Друзья, смотрите, досочка, она довольно глубоко здесь вот. Видите, и как раз вот на этом месте, где она глубоко, она и треснула. То есть ее вывернуло вот так вот на этом месте, на этой кочке. Не знаю, почему там, видимо, доска короче. А, она поэтому, здесь они все короче, доски. Да, потому что у нас вот здесь же внизу вставлена балка. И за счет этого эти аквариумы как бы свисают. А это значит, надо добавить будет эти кусочки на все эти аквариумы. Ну вот он, по сути дела, вот так вот они стоят. Вот досочка заканчивается. Вот, и они вот так вот свисают все. Ну, это мой косяк при установке. Почему-то я думал, что... Ну, полез. Друзья, ну все, я запустил систему. У меня теперь нижние аквариумы работают, минуя этот аквариум. То есть вот так течет, течет, течет в тот аквариум и туда. И этот аквариум, ну видите, он мокрый, даже несмотря на то, что я его уже высушил и полотенцем. Мне его нужно оставить до завтра, чтобы он, ну, просох. Вот, а завтра я, соответственно, его проклею. Но я как буду делать? Я эти швы просто проклею. Я вам покажу завтра. Завтра сделаю ролик, как я эти швы делаю. Там главное вот эти вот галтельки разобрать. Тогда все хорошо будет. В общем, ждите завтра от меня ролик. Друзья, до завтра.